Очень часто наши торты в баночках путают с трайфлами, но у нас нет совершенно ничего общего с ними. Мы используем только цельные бисквиты маленького диаметра и обязательно чередуем с прослойками из крема и начинки, как в полноценном большом торте. Только наши торты в баночках совсем малюсенькие, диаметр всего 7 сантиметров. Вот такие мини-тортики у нас получаются в стекле, самой экологичной тары, никакого пластика. И мы именно первая кондитерская с тортами в баночках.